Работа всех систем налажена, участки теплотрассы и состояние труб проверены. Отопительный сезон должен пройти без аварий на Воденцовском округе в целом и в Горках вторых в частности. В этом убедился депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. Также парламентарий проконтролировал ход благоустройства народной тропы в поселке. Ее протяженность 300 метров. Подрядчик обещает закончить работы до конца сентября. У нас эта улица, она победила, кстати, не помните, за комфортную городскую среду и, собственно, ее реализация на этом. Благоустраивается и интернациональная улица Воденцова. Совсем скоро здесь появится велодорожка, скамейки, детские и спортивные площадки. Кроме того, Дмитрий Голубков побывал в детском саду «Олененок». Весной родители били тревогу. Тогда еще частное дошкольное учреждение закрывается. Но оказалось, переживали напрасно. С 1 августа оно стало муниципальным и вошло в структуру Одинцовского лицея номер 2. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».